Этот гель изменит способ заживления ожогов. Он состоит из пептидов, коротких цепочек аминокислот. И Шарлотта Хаузер нашла способ, как заставить их самоорганизовываться в геле, который поможет быстрее залечивать раны. Эти пептиды состоят из волокон, которые могут образовывать подобие строительных лесов. В 3D они выглядят как рыболовные сети. При соприкосновении с поврежденной ожогом кожей такие сети создают идеальные условия для регенерации клеток. Лабораторные испытания показали, что при помощи геля ожоги полностью проходят через 2 недели, в то время как при лечении их только силиконовой повязкой за тот же период восстанавливается лишь 63% поврежденных тканей. Хаузер говорит, что ее наногель может произвести революцию и в косметической индустрии. Мы можем применять его разными способами, в том числе делать инъекции. Например, в мои морщинки, а у меня уже есть немного их. Мы планируем использовать наногель как наполнитель морщин, и для этого проводим специальные исследования. Сейчас команда Хаузер работает над производством наногеля в промышленном масштабе и ищет способ превратить его в спрей, чтобы сделать заживление ожогов еще более простым.